Очередное ЧП в оранжерее Петропавловска. Сильным ветром сорвало кусок кровли зимнего сада. Сейчас биологи принимают все меры, чтобы спасти экзотику от холода. В залах включили обогреватели, затопили буржуйки, а растения кутают пленкой. Впрочем, такую процедуру здесь проделывают ежегодно. Крышу оранжереи срывают уже в шестой раз. И это после капитального ремонта. В субботу, ночь, воскресенье. И вот сегодня, эти дни, мы просто живем здесь полностью. Топим печь, как в старину. Только вот задымление помогает растению сохранить тепло возле него. Обволакивание это помогает. В зимний сад отправили спецтехнику, но залатать дыру на крыше пока не удается. Кран попросту не может достать до этой высоты. В городском акимате комментировать ситуацию отказались. Тем временем часть растений уже вымерзла, а в регионе вновь ожидается шквальный ветер.